Приехали в нашу любимую теплицу. Уральская легенда. Устанавливаем зарядку. Сейчас разложили. Пока делаем заготовки. Вот такие вот. Потом начнем уже сами грядку скреплять. Цвет 8017, шоколад. Вот одна грядка уже, одно отделение готово, выставлено. Сейчас сделали заготовки. Все, заготовки, потом периметр откручивается. Брус у нас сухой. Земля в грядках будет. Тридцать. Замерь там. 23, по-моему. Ваня, замерь в той теплице. В той, в том отделении. 23 там, кажется. Сейчас вот выставляется все. 23. Там по дереву, брусу. Мама, там вот ослабить угол, надо. Угол, вот этот вот. Там ослабить надо. И подложить что-нибудь, Вань. Ну все, вот. Сейчас у тебя поворожь, я откручу. Грядки высотой 300 миллиметров. Проходы. Можно ходить. Здесь вот подальше. Чтобы можно было вот эту форточку кино с автоматами, чтобы открывать, закрывать можно было, обслуживать. Здесь также. Такие грядки огромные. Вот так. Монтаж стяжек. Чтобы землю засыпать, туда ничего не расходилось. Внизу и сверху сейчас. Идет грядка. Ну вот, закончили грядки в отделениях. Средняя шириной 800, крайняя по 500. Проходы даже по 500. И здесь, чтобы расходиться. Ну, отделение тоже самое, высота 300. Здесь еще будет грядка еще одна. Емкость будет стоять. И грядка даже. По углам будут угловые еще две грядки. Здесь и здесь. Так вот. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Пишите комментарии. В общем, мы всегда с вами. Наши любимые подписчики. Всем пока-пока.